вы уверены, что ваш питомец питается правильно? Вы точно знаете, что именно ему нужно? Начнем с того, что кошки и собаки произошли от диких плотоядных животных, чей рацион на 80-95% состоял из разнообразного свежего мяса. Корма для питомцев также должны содержать разные виды мяса и, как следствие, высокий процент животного белка. Корма канадской компании Champion Pet Foods, Acana и Origin изменят ваше представление о здоровом питании домашних животных. Факт 1. Корма Acana и Origin биологически соответствующие. Это значит, что они максимально отвечают природным потребностям вашего питомца и обеспечивают его всеми необходимыми полезными веществами. Факт 2. Первые 3-6 ингредиентов в составе кормов Acana и Origin – различные виды мяса. Ягненок, свинина, утка, цыпленок, индейка, морская и пресноводная рыба. Факт 3. В природном рационе хищника всего до 15% углеводов, поэтому и в корме домашнего кота или собаки их должно быть мало. Кроме того, важно, чтобы углеводы были с низким гликемическим индексом, что обеспечит правильный уровень сахара и не позволит развиться диабету. Такие продукты, как белый рис, кукуруза, пшеница, ячмень, не должны содержаться в рационе вашего питомца. Низкогликемические фрукты и овощи, овес и бобовые позволяют контролировать уровень сахара крови и обогащают рацион питомца полезными нутриентами. Факт 4. Весь процесс производства кормов Acana и Origin от приготовления до упаковки происходит на одной кухне. Это позволяет полностью контролировать качество конечного продукта. Факт 5. Свежее мясо используется при производстве кормов Acana и Origin благодаря тому, что все поставщики из соседних регионов. И каждое утро они привозят свежие ингредиенты для кормов, без какой-либо обработки. Эти 5 фактов говорят о том, что вам стоит всерьез задуматься о питании вашего домашнего любимца. Обратите внимание на состав корма.